Уважаемые коллеги, добрый день еще раз. Мы тогда сейчас начнем нашу пич-сессию. К сожалению, у нас институции этой госкомпании, которые были на предыдущей сессии, у нас остались на пич-сессии из-за графика самолетов. Тем не менее, я очень рад, что у нас есть представители Ростехнологии и
Алмазантех. Значит, мы договорились таким образом. Сейчас очень коротко коллеги расскажут о их систему взаимодействия в компаниях и технологических неких приоритетах, на что можно сделать акценты для питчинга со стороны компаний исследовательских инженеров в Новосибирской области, а дальше, соответственно, предоставим уже слово для питч-сессии. Ну, уважаемые коллеги, на самом деле вот вопрос взаимодействия между предприятиями, он действительно остро стоит, и вот я на прошлой панельной сессии говорил о том, что мы планируем формировать систему управления уникальными технологическими компетенциями и систему управления проблемами и задачами. И именно проблемами и задачами, которые нужно решать в рамках наших организаций именно для внешнего инновационного сообщества, то есть запросы на внешние инновации. Эта работа сейчас ведется, это быстро не будет. У нас пока есть один такой пример, который размещен, такие стратегические задачи, которые нужно решать, разместил Объединенная двигательно-строительная корпорация на нашем сайте в окне открытых инноваций. Также в окне открытых инноваций есть площадка, где можно направить, куда можно разместить информацию и предложения по сотрудничеству с организациями корпораций. Поэтому у кого есть желание, пожалуйста, в окно открытых инноваций, там существует целый механизм. Желательно, конечно, если вы будете говорить в вашей информации, вы будете четко представлять, в какую организацию, в какой холдинг вам нужен, в какие холдинги. Тогда мы будем адресно. Такой вопрос мы специально сделали обязательным для госкомпании, но в случае Ростехники, холдингу и субхолдингу, который входит в его состав, размещать паспорта программы инновационного развития. Вот в такой степени там тоже есть публика информации, которая позволяет составить представление о приоритетах, которые есть и предпочтениях. Вот, я понимаю, что паспорт Ростехнологии может быть выложен на сайте программы инновационного развития. Так что можно рекомендовать, коллеги, тоже при подготовке заявок обратить внимание на эти документы. Я думаю, они также будут полезными. И я еще хотел бы предоставить слово уже Леониду Попову, да, про такого же рода короткая система взаимодействия с внешними поставщиками, например, технологическими компаниями Мазанте, и, может быть, тоже пару слов о технологических приоритетах. Спасибо большое, уважаемые коллеги. А можно презентацию коротенькую на экранчик? Итак, в Алма-Сантэ у нас создана система отбора запуска инновационных проектов. Ну, фактически они инновационные и инвестиционные одновременно. Значит, основная направленность – это выпуск продукции гражданского и военного значения. Ну, наверное, всем понятно почему, потому что с военной продукцией у нас все несколько сложнее, да, во многом там кооперация и, так сказать, то, что необходимо для производства, уже определено заранее. И, конечно, намного быстрее у нас идет запуск новых проектов, направленных, ну, так сказать, на гражданскую тематику. Значит, как это все дело выглядит? Значит, я уже сказал, что, значит, поиск у нас проводится инициативных проектов по выпуску, значит, продукции гражданского двойного назначения. Значит, ну, источники у нас бывают разные. Да? Значит, во-первых, это, конечно, дочернее общество наше, мы концерн, то есть мы холдинговая структура, у нас более 60 основных предприятий, так более 100 организаций наш состав входит. Значит, если у нас у наших дочерних обществ появляются некие инициативные проекты, в том числе с внешними источниками, с внешними компаниями, мы эти заявки рассматриваем и такие проекты в случае интереса запускаем. То есть у нас могут быть проекты на уровне дочернего общества, но, например, этот проект на уровне дочернего общества, он, так сказать, ну, маловат, да, можно его расширить дальше. Вот. В этом случае у нас это поднимается на уровень уже концерна в целом, мы, так сказать, занимаемся проектами, вот, уже развитием таких, так сказать, проектов более крупных. И, конечно, у нас идет поиск таких проектов среди иных источников, среди иных компаний, то есть это может быть любой абсолютный инициатор такого проекта. Значит, для этого, чуть-чуть я вперед пробегусь, значит, что происходит? То есть у нас желающие готовят заявочку, значит, отправляют ее там, в самом примитивном случае, значит, через
почту в Алмаз-Анте, и форма есть этой заявки, она размещена у нас на сайте. Я сейчас чуть дальше покажу, где. Значит, после этого проводится нашими силами с привлечением, значит, инициаторов проекта экспресс-анализ рынка, то есть востребованности соответствующей продукции, соответствующих услуг. Если у нас проходит проект предварительный отбор, то проходит уже утверждение проекта, и дальше рассматриваются варианты его финансирования, его организационной структуры. Соответственно, ну, проводится такой уже более глубокий, углубленный анализ. По результатам готовится паспорт так называемого проекта, в который включается технико-экономическое обоснование. Значит, чуть вернусь, возвращаясь обратно, просто скажу, какие приоритеты нас интересуют по проектам. Конечно, у нас первый приоритет все-таки это обеспечение еще и загрузки дополнительной, так сказать, это наших производственных мощностей, поскольку не секрет, что возможно, так сказать, снижение в перспективе государственного оборонного заказа, да, то есть бюджетных средств, нас, конечно, интересует загрузка еще собственного производства. Значит, конечно, нас интересует востребованность рынком соответствующей продукции, но это уже экономическая, финансовая эффективность соответствующего проекта. Значит, с точки зрения именно инновационного развития, нас интересует, конечно, высокотехнологичная инновационная продукция. Она может быть совершенно в разных сферах, это не важно. В общем-то, наши машиностроительные предприятия, они способны, в общем, справиться с достаточно такими сложными задачами. И нам, конечно, интересно, чтобы дисконтированный все-таки срок окупаемости, вообще, так сказать, срок окупаемости продукции желательно не превышал 5 лет. Но это вопрос такой, так сказать, обсуждаемый, может быть и больше срок. Если это ваш проект такой, так сказать, достаточно интересный, то он будет рассмотрен, даже если срок его окупаемости, ну, какие-то такие вот, так сказать, параметры превосходят. Значит, где это все находится? Самым, значит, простом, опять же, примитивном варианте заходите на сайт Алмаз-Антей, www.almaz-antey.ru, находите там раздел «Диверсификация». В разделе «Диверсификация» есть описание как раз вот той системы отбора инициативных проектов, о которых я сказал, там же есть форма заявки на проект. Собираете эту заявку, заходите на вкладочку там же «Контакты», там есть и телефоны соответствующие, значит, подразделения, которые у нас в первую очередь обрабатывают эти заявки, эту информацию, и адрес электронной почты. То есть вы туда свою информацию сбрасываете, мы ее рассматриваем. Значит, что еще хочу сказать, конечно, желательно, чтобы все-таки у вас были уже заявки подготовлены, то есть вы для себя имели представление все-таки о перспективном рынке, да, от его объемов, вот, о его, ну, рисках потенциальных, потому что это тоже важно, объемы можно, в общем, нарисовать достаточно большие, да, но надо понимать, насколько реальность сейчас такова, что эта продукция будет действительно востребована. Значит, ну, в общем-то, у меня все. Значит, с точки зрения наиболее, наверное, серьезных потребностей, такой в текущей, так сказать, перспективе, ну вот у нас сейчас идет там техническое перегружение, например, северо-западного центра компетенции, это Питер. Вот, сейчас там происходит там закупка технологического оборудования. Но вот не только для него, а в принципе нас интересуют, например, аддитивные технологии. То есть в данном случае 3D-принтеры, там, ну там, предположим, там, да, разного совершенно на разных технологиях. Да. Материалы для 3D-печати – это вот одно из, только одно из, наверное, направлений закупок, которое у нас, ну, мне кажется, сейчас так достаточно активно развивается. В целом вы, конечно же, будете иметь возможность еще посмотреть план на закупку просто на нашем сайте. Вот. Если, опять же, есть интерес по, ну, так сказать, в данный момент по тем объемам, которые, так сказать, идут продукции в перспективе, которые необходимы, то, ну, в общем-то, я, опять же, рекомендую использовать те же самые контакты, поскольку ситуация меняется постоянно, которые указаны на сайте для, так сказать, отсмотра, для поступающих потенциально заявок на инициативные проекты, потому что это, опять же, контакты тех подразделений, которые занимаются именно развитием гражданского направления в концерне. Значит, по этим же контактам можно уже более актуальную каждый раз, так сказать, информацию получить. Спасибо большое. Спасибо большое. Значит, вот такие маленьких выступления. Значит, тогда начинаем, собственно, выступление представителей носительских компаний. Значит, регламент 4 минуты, я буду отслеживать по смартфону, и дальше 3 минуты на вопросы со стороны госкомпании, аудитории, там, уточнения, комментарии, вопросы.
первый у нас, да, вступает за трибуну. Значит, первый у нас выступает Зимбирский Илья, менеджер проводит с ключевыми клиентами о финансовой информационной системе, такая студия. Следующий приготовится Кондрович Дмитрий. Отлично. Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Зимбирский Илья. Я представляю компанию K-Studio. Наша компания занимается разработкой и внедрением универсального конструктора корпоративных информационных систем, таких как ERP и CRM, для компаний, работающих в любой предметной области и, собственно, компаний любого масштаба. Основными нашими конкурентами на данный момент являются такие компании, как такие зарубежные крупные компании, как SAS и Oracle, но наша компания и наши решения имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с ними. Во-первых, мы являемся отечественной компанией-разработчиком. Во-вторых, наша система зарегистрирована в реестре российского ПО. Наша система в своей основе имеет так называемый бизнес-процессный подход. Это позволяет разрабатывать информационные системы без использования программирования и с очень низким относительно профессиональных программистов уровнем квалификации. То есть, например, люди, не знакомые с программированием, могут запросто разрабатывать системы на основе нашей платформы. Самыми крупными нашими клиентами являются такие крупные банки, как Совкомбанк, Газпромбанк, Бинбанк и так далее. И в общей сложности за 7 лет существования нашего конструктора мы внедрили большое количество проектов на общую сумму 500 миллионов рублей. Примером того, насколько успешно наши клиенты осваиваются в нашей платформе и работают с ней самостоятельно, может служить опыт двух наших клиентов, это Бинбанк и Совкомбанк, которые во время внедрения первых проектов создали на своей стороне команду аналитиков, которые обучились работать в платформе и после этого уже самостоятельно занимаются разработкой и внедрением новых продуктов для своих нужд. Наша платформа применима не только в банковской сфере и в финансовых организациях, но и также практически в любых сферах бизнеса и деятельности. Примером можно привести проект «Сервис-деск», который был внедрен для компании «Росатомсервис». И это позволило, внедрение данного проекта позволило очень сильно сократить время реакции на обращение клиентов. Следующий проект – это управление службами наземного обеспечения для компании S7 Airlines, который позволил автоматизировать формирование команд для обслуживания самолетов и, соответственно, ускорить этот процесс. Еще одна важная система, на наш взгляд, это система выявления рисковых событий для банка «Газпромбанк». Стоит отметить, что в нашем случае с данным заказчиком обрабатывали документы на входе, занимались анализом рисковых событий много сотрудников, то есть это было отдел из нескольких десятков человек, которые ежедневно обрабатывали более 1000 документов вручную. Соответственно, внедрение нашей системы позволило не только увеличить производительность, сэкономить ресурсы, но и также увеличить скорость реакции на рисковые события. Полный маркетплейс вы можете сейчас видеть. Это более 20 решений более на основе нашей платформы, которые применимы к системам, которые применимы в компаниях любого уровня, любого размера и практически любой предметной области. Я готов ответить на любые ваши вопросы. Пожалуйста. На этом все. Спасибо большое. Так, вот я сначала хочу дать слово тем, кто находится, так сказать, в президиуме, потому что с этой компании, и потом будет возможно задать вопрос в зал, пожалуйста. Если у вас лицензия на работу в Казахстане. Что, простите? Если у вас лицензия на работу в Казахстане. Лицензия есть? Да, есть. Ну, непосредственно платформа нет, но в наших проектах такое встречалось. Конкретные системы, которые разрабатывались на платформе, с этим сталкивались. Вашего юрлица, есть лицензия или нет? Есть. Есть лицензия. Отлично. Все отлично. Ну, визитками, да, будет возможность. Но у меня с визитками, да, вопрос. У меня вот вопрос, я не совсем понял. То есть у вас вот эта вот платформа о кастомизации продуктов под конкретного заказчика, то есть вы тоже занимаетесь, помогаете с этим сделать?
Да, мы можем как предоставить решение под ключ, чтобы заказчик в дальнейшем просто работал с системой, так и набор визуальных инструментов для того, чтобы заказчик в кратчайшие сроки обучился, обычно это занимает порядка 2 недель, и уже занимался самостоятельно либо доработкой существующих решений, уже внедренных, либо созданием новых. Это довольно частая практика, многие из наших клиентов формируют на своей стороне команды, которые уже после этого на платформе разрабатывают собственные решения. Вот недавно вступил закон о ГЧП в сфере IT. Вы какие-нибудь проекты реализовывали на таких условиях? Пока нет. Не успели, да, пока. А вот еще такой вопрос, скажите, пожалуйста. Вот когда есть большие массивы данных, вы такие классификационные структуры используете или как вы вообще с этим работаете? Ну, с большими массивами данных мы работаем. Ну, в наших системах не было так пока непосредственно внедрения продуктов для работы с большими данными, но наша система поддерживает, например, машинное обучение, либо это технологии кластеризации, классификации. То есть работа с большими данными, все зависит от того, какое приложение необходимо разработать на платформе. Платформа по факту может практически вся. Вот как раз вот такое обсуждение, это закладывание ближних контактов. А примеры объективного использования в таких компаниях? Ну, помимо тех систем, которые мы упомянули, давайте вернемся немножечко назад. Смотрите, какая-то проблема. Ну, это довольно большое количество компаний, на самом деле, помимо Rosatom сервиса и S7, у нас в основном проекты непосредственно в банковской сфере, в основном. Но в последнее время вот из крупных проектов, которые здесь приведены, в принципе, наверное, все. То есть есть еще проект для приборостроительного завода, государственный Рязанский приборостроительный завод, там было реализовано управление проектами. Но большая часть наших продуктов, она внедрялась именно на банковском рынке, просто потому что изначально у нас была такая специализация. Коллеги, да. У меня короткие вопросы, связанные с рисками интеллектуальной собственности. Первый, использовали ли вы иностранное программное обеспечение для разработки программного продукта? Второй, как регулированы отношения с вашими авторами на наличие служебного задания и так далее? Вопрос распределения прав. Третье, кому принадлежат права на программы и на алгоритмы программ, предлагаемых вами? Ну и крайне, какова степень капитализации той интеллектуальной собственности, которую вы создали за эти годы? По поводу инструментов, использованных, сначала начнем по поводу инструментов, которые использованы в разработке платформы, были использованы технологии, которые так называемые open source. Вот. Платформа, права на платформу лицензии находятся у нас, авторские права, но всем нашим заказчикам приложения, которые разработаны на платформе, мы предоставляем в собственность. То есть заказчик имеет полное право полностью модифицировать, создавать новые программные продукты на основе платформы. Мы на конкретной реализации правами не владеем, правами владеет заказчик. Еще маленький, да, очень короткий. А думаете ли вы о выходе на внешние рынки, возможно, для участия иностранных партнеров в организации этой платформы? Ну, о выходе на внешние рынки мы, конечно, думаем. Почему нет? Потому что это неплохая зона роста. Об участии в нашей компании иностранных партнеров мы на самом деле пока не задумывались. Мы сейчас на самом деле ищем связи на внешнем рынке, которые могут нас привести к успешному заключению контракта. Хорошо, спасибо большое еще раз. Следующий у нас приглашается Кондыбович Дмитрий, генеральный директор Атомбезопасности. Приготовиться к беседе с Александром Валерьевичем. Да, коллеги, добрый день, еще раз представлю. Зовут меня Дмитрий, с простой русской фамилией Кондыбович. Я являюсь руководителем компании «Атобезопасность».
коротенько, да, клиентов наших показывать мы не можем, потому что у нас большинством с ними подписаны идеи, ну, вот с коллегами, то есть присутствую со всеми холдингами, мы работаем, к сожалению, только с дочками, дальше скажу почему. Мы МВС отечественного ПВО, мы давно на рынке, у нас прекрасная команда взрослых мужчин, нас мало, но мы в тельняшках, мы любим свое дело, и поэтому генерим очень хороший продукт по соотношению цена и качество. Чем мы занимаемся? Мы занимаемся защитой информации и контролем деятельности пользователей в информационной среде. То есть риски у нас есть со стороны внешних атак, да, это инсайдеры и прочие люди, есть со стороны внутренних угроз. Мы их назовем инсайдерами, да. То есть, ну, мы боремся, в принципе, с известной проблемой России, это с дураками и с ворами непосредственно, да, то есть риски от того, если вы не контролируете своих сотрудников, они могут быть в двух направлениях, это утечка информации и, так скажем, крайне низкая эффективность труда, которая у нас присутствует в России. В двух словах, мы система мониторинга, которая контролирует информацию, которая контролирует действия пользователя и которая контролирует события системы. Как это все работает? У нас клиент-серверное приложение, есть агент, который ставится непосредственно на клиентские машины сотрудников, поддерживается платформой Windows, Linux, Mac. У нас есть база данных, которая полностью open-source, и это мы сделали не из-за того, что идет волна импортозамещения, это сразу же наши архитекторы заложили вот такой функционал, чтобы у нас никакой не было завязки на Windows. И к этой базе данных идет доступ через веб-консоль для обработки логов, что очень удобно, если у вас сложная филиальная структура. Какие плюсы? Полностью open-source решение, то есть серверная часть, это полностью бесплатно, ничего не нужно покупать. Мы в реестре, мы двигаемся вот в векторе импортозамещения как со стороны реализации серверной части, так и со стороны реализации агентской части. Какие задачи мы решаем? Да? Ну, во-первых, мы можем дать возможность сбора очень большого количества логов, количества информации по деятельности сотрудника, о обработке информации, вообще о том, что он делает за компьютером. Да? То есть, мы можем настроить автоматическое оповещение на ту или иную угрозу. Мы можем контролировать учет рабочего времени, эффективность работы сотрудников. Мы можем дать возможность расследовать любой инцидент. Вот был вопрос про большие массивы данных. То есть у нас используется технология LabCube, которая дает возможность обрабатывать огромные массивы данных, буквально несколько кликов и получать нужную информацию. Это коротко, чем мы занимаемся. Предложение, я так скажу, наверное, боль свою, да, мы очень активно работаем сейчас со многими дочками по России. Почему? Потому что у нас современный стек технологий, который, как я уже сказал, дает возможность по хорошей конкурентной цене, действительно хороший, получать современный продукт, который дает возможность как легкой доработки под заказчика, так и легкой интеграции в его систему, чем мы действительно отличаемся от, так сказать, тяжеловесных решений, которые сейчас есть на рынке. Но столкнулись мы с тем, что мы не можем пробиться в голову. То есть у нас есть вот Росатом, да, Ростех, строительная компания, электросети, то есть у нас есть там 4-5 дочек, которые от нас без ума, да, и как бы на все готовы, но у нас есть что? У нас есть чудесные стандарты, написанные кем-то, где четко прописан софт, который нужно закупать, где нет ТЗ, где есть четко прописанный софт. Все, то есть на уровне принятия решений в головных организациях, все это, к сожалению, захлебывается. Но вот мои коллеги на маркетологи написали, чего мы хотим, это включение там стандарты и прочее. Но проблема заключается в том, что активная работа с регионами, она не дает результата, хотя наше решение очень конкурентоспособно и по цене, и по качеству. Вот это, наверное, основная проблема. Куда движемся? Получаем стек непосредственно, да, приезд отечественно по уже полтора года. Активно участвуем во всех мероприятиях по России. В Москве мы там бываем очень там часто, да, хотя находимся в Сибири, то есть тратим большие деньги по продвижению нашего продукта. Но вот ближайшее импортозамещение будет в Москве, выставка, мы там. То есть если у кого-то есть конкретные предметные вопросы, подходите, мы с удовольствием готовы пообщаться, побеседовать. Спасибо большое. А вот смотрите, у вас атом безопасности. Понимаете, почему вы назвали себя атом безопасности? Мы сразу как бы сузили фокус. Я поясню, просто первый заказчик, который у нас был, это была узкая сегментированная отрасль. Задача была такая, это контролировать операторов ПК непосредственно. Вам рекомендации, просто вам надо изменить как-то безопасность или как-то по-другому назвать, потому что вот как только я понял, что атом безопасности касается только атомной энергетики. Нет, у нас абсолютно решение широкое по спектру применения. Одна из точек зрения. Можно сказать наоборот, атом все стоит из атома, да, поэтому атом безопасности.
Нет, коллеги, это чисто как бы, исторически сложившаяся ситуация, и когда мы все патенты и все как бы, сертификаты оформляли на одну компанию, сами понимаете, там в течение большого там, работы времени очень сложно поменять физическое лицо, чисто вот это именно с этим связано. Хорошо, скажите, так, пожалуйста. Понятно. Да, я там технические подробности, если что, пообщаемся тогда. Да, да, мы вот в Москве с вами встречаемся. Скорее, наверное, почему 97% решения внедрения купились менее чем за 2 месяца, то есть мы, насколько я понимаю, применение системы, это в том числе там, борьба, так сказать, с неким сайтом, да, с утечками информации. То есть каким образом в этом случае вы оцениваете? Вы оценили информацию, которая могла бы уйти и утечь, так сказать, из компании или еще каким-то образом? Ну, вот, прекрасный вопрос, я понял. Вопрос, смотрите, наше ПО используется в 3 направлениях. Первое, как сказал, это информационная безопасность, и потери очень сложно оценить. Чаще всего компании такую информацию вовне как бы не выносят. Второе направление – это учет рабочего времени. Здесь говорится исключительно про одну функцию, вот, которая быстро окупает, которая понятна бизнесу. То есть вы внедряете нашу систему, через пилотный проект просто-напросто получаете в часах, там, сколько ваша компания теряет, на что топов долбает, извиняюсь за выражение, да, и понятный вектор движения, как все это дело оптимизировать. Поэтому в компаниях там, среднего и малого бизнеса наша система действительно там, за 2-3 месяца себя отбивает чисто на учете рабочего времени. Ну, то есть вы после этого оценили, что так сказать, эффективность работы офисного, такого бэк-офисного компания, так сказать, персонала госкомпании, она после этого выросла. Конечно. Ну, вы мне вам рассказывали, что какая у вас производительность труда в России, как бы, да, мы делали исключительные замеры по нашим заказчикам. И это вот цифры, которые действительно имеют место быть. Хорошо. 2000 рублей за рабочее место, это означает 2000, так сказать, итого. Да? То есть это установка, это полная стоимость. Это полная стоимость. Вот когда вы показываете... Нет, это полная стоимость лицензии или это полная стоимость после этого обслуживания этой системы? То есть во сколько она стоит обслуживание ее в дальнейшем на рабочее место? То есть интересует не только лицензия, нужно ее еще внедрить, да, и нужно после этого систему сопровождать. В том числе и с точки зрения там, ее настройки и так далее, тому подобное, технические вопросы. То есть такие оценки у вас есть какие-то? Есть, естественно, есть. То есть вот эти 2000 рублей – это цена для компании больше 1000 ПК, это бессрочная лицензия с нашей полной поддержкой, внедрением. Потом, к сожалению, на всю жизнь. И бессрочная лицензия, обновление, стандартное лицензирование, обновление бесплатно в течение года. Это как бы часовая лицензия бессрочная, она вот через год не как бы, перестанет работать, а будет работать полноценно дальше, как бы, а решение по обновлению принимаете вы сами. Вот, то есть мы оказываем полный цикл как бы, сервиса от там, презентации до внедрения, создания отчетов. То есть это все будет интересно. Спасибо. Суть вашего выступления можно свести к тому, мы знаем, мы умеем, мы умные, приходите к нам, мы вас ждем. Нет, это мы ходим к вам. Не очень получается. Вот именно из выступления представитель Алма-Сантея четко вырисовывает общие стратегии, в данном случае для всех госкомпаний. Это они ждут заявок. Возможно, вы не знаете, кто, как, куда, зачем. Вот на сайте Минэкономразвития в разделе инновации приведен список всех госкомпаний, которые реализуют программы инновационного развития. Там же в открытом доступе представлены паспорта. Ну, сейчас, можно я перформулирую вопрос? Вот есть такой канал, который вы немножко рассказывали, вот это единое окно, пункт экономической решения. Пробовали ли вы через этот инструмент заходить, и есть ли какая-то обратная связь? Честно, нет. Я вот впервые об этом услышал сегодня, да, и как бы мы этим каналом не пользовались, мы стараемся заходить сейчас, ведем политику, то есть у каждого крупного холдинга есть аутсорсинговая компания, которая занимается IT, то есть мы стараемся идти к ним. К слову про Алма-Сантей, вот большой комплимент, что это, так сказать, компания, в которой мы, наверное, меньше всего столкнулись с какими-то административными барьерами, сейчас начинаем работу, и как бы вот у коллег с этим вопросом намного как бы проще. Если мы говорим про Ростех и Росатом, там другая ситуация. Но вот хотел спросить, Донбасс, если к вам придут коллеги, вот в эту схему, то когда рассмотрите их заявку, ну, у нас существует система рассмотрения заявок, ну, как бы это отработанный механизм. Там, то есть, на предмет сначала оценка вообще, в принципе, вменяемости этого предложения и полезности для каких-то наших структур. И потом мы направляем соответствующим людям в холдинги, которые, так сказать, и в организации, если они указаны со стороны инициаторов предложения, как куда направить, мы указываем и просим обязательно дать обратную связь с нами, прежде всего, и с тем, кто заявляется. Но хочу сказать прямо, что не все проходят через наши фильтры, поэтому здесь говорить о том, что там
вот всех мы рассматриваем, и вот у нас идет такая система. Мне кажется, да. Отлично. Коллеги, в зале есть вопросы? Раз. Скажите, пожалуйста, у вас есть хотя бы один пример, когда службы безопасности компании разрешали бы устанавливать ваши животные? Основные потребители нашего продукта — службы безопасности компании. Но за пределами, то есть в самой компании вы устанавливали? Мы? Своими руками. Я сейчас понял вопрос. Но всегда есть как бы... Две стороны одной медали. Да, с одной стороны, хочется контролировать сотрудников, но понимаешь, что если ты устанавливаешь специальное ПО, то сам можешь попасть под некое наблюдение сопровождения. Поэтому мы знаем о том, что в большинстве случаев службы безопасности компании после того, как тестируют такое прикладное программное обеспечение, не разрешают его устанавливать. Но у нас абсолютно обратная ситуация. То есть мы ставимся в различных водосетях, в том числе ограниченных доступа на различных предприятиях, поэтому проблемы там нету. То есть к нам на сервер нужно один пинг, чтобы ключ активировать. Все, остальная программа работает полностью автономно, все логи хранятся у вас. Это может быть большая проблема, то, что мы, как программисты, да, не имеем доступа к конечной информации, которую обрабатывают нас пользователи, потому что она часто бывает закрытая и приватная. Вот это вот больше информации. А здесь как бы, ну, стек для этого и нужен, чтобы подобный софт проверять на незадекларированные возможности, и проблем с этим нет. Еще раз скажу, что основной у нас потребитель — это СБ. То есть у нас есть айтишники, которые выпулят наш софт, и к ним непосредственно СБ приходит с какими-то вопросами по грубой риску или по каким-то инцидентам, и, пожалуйста, все это расследуют. То есть это основные наши потребители. Спасибо большое. Мне кажется, вот еще было слово про предоставление труда. Мы так подумаем, как у нас внедрить наш проект. У нас есть тысячи компаний, как мы указываем, друзья, на реализованном программе повышения предоставления труда. И мне кажется, вот еще там еще время, как бы персонал тоже будет. Вот у нас на самом деле очень хорошо развит, потому что у нас современный стек, мы можем недорого дорабатывать и кастомизировать это дело по заказчику. И вот я вижу, что коллеги удивились цене 3000 рублей, ну да, мы можем дать такую цену, потому что мы не сидим в высотках в Москве, там, да, и нас там не 500 человек, у нас компактный коллектив умных людей, которые используют современный стек технологии при разработке нашего ПО. Отлично, спасибо большое. Смотрите с точки зрения презентации. Следующий приглашаю Лебедевский Александр Валерьевич, генеральный директор ПАО «Новосибирский институт программных систем». Приготовиться Соколов Руслан Евгеньевич. Энергозапасы. Добрый день, уважаемые участники форума. Лебедевский Александр, генеральный директор ПАО «Новосибирский институт программных систем». Предприятие, которое входит в фонд госкорпорации «Ростех». Дочернее предприятие холдинговой компании «Концерн Автоматика». Значит, я сегодня вам кратко расскажу о тех решениях, которые мы поставляем в корпорацию, их преимуществах и результатах внедрения. Значит, с 2012 года мы активно работаем в госкорпорации, разработали платформу «Примес». Основное назначение платформы – автоматизация бизнес-процессов и управленческого учета, в том числе и государственной корпорации. Значит, основное направление нашей деятельности, буквально два слова, компании. Мы разрабатываем программное обеспечение, в основном для отечественных программных платформ, в частности Эльбрус. Вот, на выставке мы демонстрируем наше решение по целевой школе, то есть решение, которое полностью сделано на отечественных технологиях, и программное, и аппаратное решение полностью подключено. Значит, что из себя представляет платформа? То есть это, ну, собственно говоря, решение для кастомизированных бизнес-приложений, ведения реестрового учета. Фактически это такой удобный, наглядный и реально практичный инструмент для автоматизации работы в различных предметных областях. Также система входит в реестр отечественного ПО и имеет ряд применений, но на сегодняшний день у нас 6 модулей системы разработаны, 3 из которых уже внедрены и апробированы в госкорпорации. Значит, модуль управления закупками и товарными потоками, система каталогизации, модуль управления программами развития и программами инвестиционного и инновационного развития, модуль управления качеством продукции. Эти решения пока не внедрены в корпорацию, но мы планируем это сделать в ближайшее время. Значит, внедрены в корпорации решения в части управления активами, управления корпоративной деятельностью и автоматизации работы коллегиальных органов. Я сейчас об этом чуть позже расскажу более подробно. Значит, платформы, основные потребители платформы — это как холдинговые компании, так и крупные акционерные общества. Ряд решений применимо и для малого бизнеса. Значит, основной эффект от внедрения – значительное повышение эффективности деятельности предприятий, подготовка к принятию управленческих решений, ну и, собственно говоря, агрегация, обработка большого количества информации.
Основные преимущества системы связаны с значительно с очень короткими сроками развертывания, реализации. Очень, система проста в обучении, интуитивно понятна. То есть опыт показывает, что система разворачивается буквально там, за 2-3 недели в организации. Значит, с 2012 года, как я сказал, в корпорации. На сегодняшний день к нашим системам подключено 150 предприятий, входящих в конкурс корпорации «Растех». Ну и, собственно говоря, достаточно, считаю, удачное и удачное внедрение. Значит, что касается управления активами, то есть это основной модуль нашей платформы, позволяет управлять имущественным комплексом, активами организации. Значит, как я уже сказал, агрегируется достаточно большой объем информации, повышается эффективность принятия управленческих решений, скорость исполнения поручений. И в конце концов система выдает отчет в любых проекциях, в любых видах. То есть сотрудники получают максимально подробную и необходимую информацию для работы. Значит, второй модуль, который сейчас проходит пилотную эксплуатацию в корпорации, система называется «Личный кабинет совета директоров», позволяет автоматизировать процессы проведения советов директоров, общих собраний акционеров, ну и просто совещаний. То есть модуль достаточно такой современный здесь и также интуитивно понятный. Все необходимые функции для организации и проведения данных мероприятий заложены в систему. Третий модуль – это премис задачи. Значит, это как таск-менеджер. Система также достаточно удобная, эффективная. Значит, мы ее в свое время создавали под себя, достаточно много поручений идет от корпорации. Значит, система полностью адаптирована под те задачи, которые, собственно говоря, ставит корпорация, и очень удобная система контроля и выполнения поручений. Значит, в заключение хочу сказать, что достаточно серьезный опыт внедрения. Как я уже сказал, более 150 предприятий охвачено нашими продуктами. Значит, предметная область внедрения достаточно широкая. Значит, какие результаты были достигнуты? В частности, по системе управления активами значительно повысилась эффективность управления имущественного комплекса корпорации. Система позволила собрать фактически всю информацию по имеющимся активам, в том числе и нематериальным активам, и учесть даже ранее неучтенные объекты. Значит, была исключена проблема дублирования данных, и создан единый иерархический корпоративный справочник организации госкорпорации. Это было закончено. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. У вас, я так понимаю, реализован, если говорить про модуль управления учетом, так сказать, активы, фактически учет. Да, это недвижимое имущество, я правильно понимаю, то есть под активы вы понимаете, и, наверное, землю. Соответственно, в дальнейшем мы нашли эти активы, поставили, соответственно, в вашей системе, их там туда завели. Вот. В дальнейшем у нас возникают всякие вопросы управления этими активами, да, это как раз их там продажа, да, предположим, да, вот, может быть, сдача в аренду, то есть какие-то операции, да, с этими активами. У вас вот этот функционал тоже в системе заложен? Полностью, да, реализован достаточно широкий функционал по управлению и по оптимизации активов, и еще раз. Делаю акцент на то, что программа предлагает некоторые управленческие решения, что сделать с активом, как более эффективно его использовать и так далее. То есть туда документооборот определенный можно будет заложить, какие-то рекомендации дают. И более того, система масштабируемая, дополнительный функционал достаточно быстро реализуется. Если у вас есть дополнительные потребности, это... Понятно. Если говорить о объектах недвижимости, до какого уровня можно, так сказать, эти активы туда занести? Информационными системами, я правильно понимаю, я не сказал, да, система интегрируется с большинством, во-первых, известных информационных систем, геоинформационных систем, 1С, то есть все необходимые, так скажем, механизмы миграции данных и передачи данных заложены в платформу. Понятно. А как-то вот с данными там, соответственно, Росреестра или не ведут, то есть это так все связано? Да, у нас была попытка интеграции с данными Росреестра, в принципе, она достаточно успешна. То есть уже у вас интеграция есть? Хорошо, спасибо. В двух словах, в контуре госкорпорации порядка 800 предприятий, каждое предприятие обязано разрабатывать программу инновационного развития. Соответственно, данная система позволяет консолидировать данные из программы инновационного развития, классифицировать соответствующим образом, ну и, собственно говоря, мониторить и отслеживать исполнение и реализацию данных. Фактически, да. Так, все, спасибо большое.
хорошо. Следующий Соколов Руслан Евгеньевич, директор развития ООО «Энергозапас». Предложил секретарю Зверю Александровичу Руслану Евгеньевичу. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Руслан. Я представляю проект «Энергозапас». Проект посвящен разработке технологии гадательной аккумулирующей электростанции, сокращенно называемой ТАЭС. Цель проекта – сделать лучшую в мире технологию промышленного хранения электрической энергии, которая в перспективе 2035 года займет 10% рынка промышленных систем хранения электроэнергии. И если говорить в денежном выражении, выручка компании – в 2035 году должна составить порядка 1 миллиарда долларов. Представителям госкорпорации мы предлагаем следующий формат участия в нашем прекрасном проекте. Во-первых, это роль инвестора, роль индустриального партнера для совместного создания технологичных узлов ТАЭС, партнер по продвижению на международных рынках, оператор строительства и, возможно, заказчик строительства промышленной электростанции. Вообще рынок промышленных накопителей электроэнергии сейчас растет, пожалуй, быстрее всех в мире. Даже Министерство энергетики Российской Федерации в 2017 году в своем отчете отметило о том, что рост этого рынка может составить 60% в год. Разные аналитические отчеты говорят цифры от 40 до 70% годового роста. И сейчас, по факту, доминирующая технология на этом рынке – это технология гидроаккумулирующей электростанции, которая занимает 98% всей мощности. Однако эта технология имеет ряд ограничений, ее можно построить не везде, и по большому счету места на планете, где можно было построить гидроаккумулирующие электростанции выгодно, они заканчиваются, подходят к концу. Поэтому мы предлагаем другие решения. Да, конечно, есть и конкуренты, другие тоже предлагают конкурирующие решения, но по большому счету все эти решения сейчас занимают менее 2% рынка, и существенный рост из них показывают только электрохимические накопители. По деньгам абсолютно доминирующей технологией является ГАЭС. Это самое дешевое решение сейчас и в ближайшей перспективе. Мы предлагаем, по большому счету, альтернативу, тоже гравитационный накопитель электрической энергии, только в отличие от гидроаккумулирующей электростанции мы не перекачиваем воду из нижнего бассейна в верхний, а предлагаем поднимать твердые грузы таким образом, что при подъеме мы превращаем электрическую энергию в потенциальную энергию твердого груза. При ситуации, когда груз спускается, под действием силы тяжести груз вращает ротор генератора, и мы выдаем электрическую энергию в сеть. Мы ожидаем, что операционные затраты при таком подходе будут даже ниже, чем при гидроаккумулирующих электростанциях. Мы рассчитываем, что наиболее крупные накопители, сделанные по нашей технологии, промышленный ТАЭС с мощностью типичной порядка 1 гигаватта и емкостью 10 гигаватт-часов, дадут стоимость, удельную стоимость хранения электрической энергии порядка 250 долларов за киловатт-час. Наш проект был высоко оценен разными экспертными организациями. Сейчас проект реализуется в рамках национальной технологической инициативы. Организация является резидентом Сколково. Также финансовое участие в проекте уже принимают группы компаний «Роснано», «РВК» и «Русгидро». Собственно, на этом слайде представлена экономическая модель проекта, как мы собираемся получить миллиард долларов в 2035 году. В основном выручка строится из трех источников. В первую очередь это проектирование и авторский надзор за строительством ТАЭС. Во вторую очередь это поставка технологичных узлов, на которые мы имеем интеллектуальную собственность. И в третью очередь это выручка от использования лицензии на наш патент. На этом у меня все. Я готов ответить на ваши вопросы. А на последнем слайде прошу обратить внимание на прототип твердотельной аккумулирующей электростанции. Он у нас в Академ городке построен, высотой 20 метров. Выглядит прекрасно. Приезжайте в гости, покажу. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Потому что найти было проще задавать вопросы. Это такая универсальная конструкция. Ну, а вот вы говорили, что у вас проект, да, и вам деньги нужны? Потому что вы говорили, что вам вроде бы нужны деньги, но не сказали сколько. Конечно. Это первое. А второй вопрос, вот с точки зрения индустриального партнера, здесь нужно обратиться к Росгидро. Здесь мы можем найти предприятие, которое там, сейчас это может рассматриваться как выпуск гражданской продукции. И ну, с этим надо разбираться, по крайней мере, вот два варианта. То есть один вопрос, а второе предложение. Спасибо за предложение. Предложение принято, с Ростехом обязательно будем взаимодействовать.
По поводу того, нужны ли деньги. Конечно, нужны. Сейчас у нас проект реализуется в рамках НТИ с перспективой до конца 2020 года и бюджетом 1,5 миллиарда рублей. На этом этапе инвестиции у нас практически, привлечение инвестиций практически завершено, но в перспективе после 2020 года нам потребуется еще один раунд инвестиций. Ну, дальше уже конкретно надо обсуждать предложение. Так, коллеги, еще вопросы? Да. Сейчас, да, Лен Борисович, потом. У меня вопрос, значит, дело в том, что вот сейчас много разговоров ведется про возобновляемые источники энергии, а страна у нас довольно северная. Я понимаю, что в Алтае, там, в Краснодарском крае проблем с солнцем нету, но, скажем, в Архангельске проблемы с солнцем довольно большие. Это а с ветром проблем нет точно. И поэтому там вопрос разбивается на две вещи. Первое, это на самом деле нынешние китайские, японские, какие угодно ветровые турбины не рассчитаны за счет обледенения других там особенностей наработан, но это вопрос не к вам. А второе, это значит, что там есть реальная потребность у небольших, относительно небольших потребителей на возобновляемые источники энергии, чтобы дизель не завозить. Значит, на первый вопрос не к вам, он там... Да, можно сразу вопрос от Кафа. В том, что не Кришетинский товарищ. А второй вопрос как раз аккумулирован. Потому что примерно с там 40 никакие химические источники только без подогрева работы в принципе не смогут зимой. Значит, вот, во-первых, какая у вас, есть ли у вас реально минимальная рабочая температура этого устройства? То есть, скажем, будет ли ваши электромоторы, которые там внутри стоят, поднимают и опускают соответственно груз, динамо, который вырабатывает, не замерзнет, когда оно примерно там 40 градусов? Не замерзнет. У нас рассчитывается закрыть закрытый контур. Ну, я догадываюсь, что, в принципе, там смазка уже замерзнуть не должна. Да. А второй, какой минимальный экономический, максимальный, а минимальный, то есть когда это еще экономически... Минимально экономически выгодно использовать нашу технологию с масштаба более 100 мегаватт и порядка 250 мегаватт-часов. То есть теоретически это возможно представить себе такую замкнутую энергосистему, но это достаточно большая энергосистема, грубо говоря, Сахалин, например. Ну, то есть, в принципе, можно говорить там с Архангельской и другой области, потому что у них есть реальная потребность на возобновляемые источники, именно на хранение, не химическое. Понимаю, спасибо. Отлично. Так, вопрос последний. Да, а вот вопрос такой, в принципе, если расчеты были, вот это вот хранилище энергии, вот, просто представлением все равно, конечно, накачать воды проще, да, может быть, сколько веса нужно загнать наверх, да, или какую высоту для того, чтобы это было просто сопоставимо по затратам. Значит, соответственно, кто целевая вообще, так сказать, аудитория, покупатели именно, так сказать, вашего проекта или там устройства, да, как это можно назвать, то есть можно ли сказать, что можно взять какой-нибудь поселок, да, например, и сэкономить ему там, построить его, и сэкономить после этого ему на электроэнергии, вот построив вот такое вот, так сказать, сооружение. Вопрос понятен. Mm-hmm. Тут я могу ответить. Масштаб поселка для нас не актуален. Потребителями такого продукта, как накопитель энергии масштаба порядка 1 гигаватта мощности, это скорее большие энергетические районы. То есть в России, например, у нас существует один промышленный накопитель электроэнергии, это Загорская ГАЭС, которая находится в Сергиевом Посаде у нас. И она имеет мощность 1,2 гигаватта установленную, фактически выдает порядка 1 гигаватта. И она обслуживает энергосистему центрального района, то есть всего центрального региона энергетического. Это Москва, Московская область и все прилегающие области. Вот. Мы рассчитываем на то, что заказчиками нашего продукта будут именно крупные системные операторы энергосистемы. Если говорить о площадях, которые необходимы для вот строительства такого сооружения, опять же, вот если говорить о... Да, это сколько у нас просто... А вот здесь вот эта серая штука, это не фон, это как раз пример промышленного ДАЭС, который имеет высоту 300 метров, и в плане она будет занимать площадь примерно 0,6 на 0,6 километра. И это все равно в разы во много раз меньше, чем ожидаемая площадь под гидроаккумулирующую электростанцию. Ну, да, тогда это вопрос такой интересный. Спасибо большое. Спасибо вам. Пожалуйста, Сергей Александрович Харитонов, Институт силовой электроники Новосибирского государственного технологического химического университета. Приготовиться к Олегу Петр Павловичу, Институт автоматики и электроники.
Спасибо. Уважаемые коллеги, я представляю Новосибирский государственный технический университет, и в частности, одно из его подразделений, которое сегодня называется Институт силовой электроники НГТУ. Данный институт образован на базе в свое время известных отраслевых научно-исследовательских лабораторий путем их объединения. Область наших разработок – это устройства силовой электроники, то есть те устройства, которые осуществляют преобразование параметров электрической энергии. Кроме всего прочего, в последнее время мы также занимаемся разработкой и механотронных систем. С вашего позволения, я доведу до вашего сведения результаты наших НИРов и НИОКов, завершенных и тех продуктов, которые мы готовы предложить госкорпорациям. Кроме всего прочего, мы хотели бы предложить госкорпорациям и те наши умения и знания, которыми обладает наш достаточно молодой научно-исследовательский коллектив. Значит, тут мои молодые коллеги предложили вашему вниманию вот такое распределение тех областей применения наших устройств силовой электроники, недр, поверхности, авиации и космоса. И очень коротко я пройду, собственно говоря, по этому содержанию. При этом слева вы видите, справа, прошу прощения, вы видите те предприятия, с которыми мы сейчас достаточно активно работаем, и именно на этих предприятиях внедрены наши разработки, либо в их интересах мы сейчас создаем наши различного рода устройства. Синим указана область наших работ, НИРы, НИО, ОКРы. Мы разрабатываем как аппаратуру, так и разрабатываем алгоритмическое программное обеспечение. Все эти устройства мы передаем в серийное производство, осуществляем их сопровождение вплоть до получения литеры О1. Значит, средства, которые мы на сегодняшний день зарабатываем, это либо прямые хозяйственные договора с предприятиями госкорпорации и не только госкорпорации. Мы выиграли несколько 218-х постановлений, известных, полагаю вам, ряд грантов по ФЦП, ФФИ и Российский научный фонд. Значит, очень коротко по тем разработкам, которые мы хотели бы вам предложить. Вот первая разработка, она представляет собой так называемый электронный преобразователь. Мы создали ее в интересах Росатома, в частности, предприятия производственного объединения «Север». Здесь осуществляется преобразование электрической энергии одного напряжения, электрическую энергию той же частоты на другого напряжения, но на повышенной частоте, что существенно позволяет сэкономить в массе и ресурсы, обеспечить ресурсы сбережения. На поверхности мы разработали ряд преобразователей электрической энергии, это инверторы напряжения, в том числе инверторы, которые преобразуют напряжение в общепромышленной сети 380 вольт 50 Гц, нестандартное напряжение 115 или 220 вольт с частотой 400 Гц, кстати, в интересах компании Антей разработка была приведена, и ряд других инверторов напряжения, и не только инверторы напряжения, а также DC-DC преобразователи. Значит, в последнее время мы занимаемся разработкой электроприводов и устройств силовой электроники для станкостроения. В частности, чуть ниже приведем преобразователь электрической энергии, электрическая машина на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами с частотой вращения порядка 30 тысяч оборотов, предназначенной для фрезерных станков. То, что касается поверхности, это разработка различного рода инверторов напряжения. Прежде всего, я здесь бы хотел остановиться на преобразователе частоты или накопителе электрической энергии, в частности. Значит, вот на этой картинке, представлен накопитель электрической энергии для заправочной станции электромобиля, который на сегодняшний день установлен в Рязани. Это первый образец, разработанный и сгенерированный практически. Является серийным образцом, который, собственно говоря, сегодня выпускается в Новосибирске. Другие накопители электрической энергии, мы этим достаточно давно занимаемся, в частности, здесь представлена гибридная накопительная установка, разработанная нами совместно с ИФТАНом, Российской академией наук. Гибридная, она представляет собой накопитель на базе литий-ионных аккумуляторов и суперконденсаторов. Это накопитель, созданный в интересах Росатома, и вот то же самое, что, собственно говоря, я показывал перед этим. Кроме всего прочего, в последнее время разработана совместно с предприятиями города Новосибирска целая серия устройств накопления электрической энергии мощностью от 100 кВт до 1,2 мегаватта. Далее, авиационная промышленность, с ними мы работаем достаточно давно и довольно активно.
Здесь существует ряд внедрений, в частности, система генерирования дополнительной аварийной для Ту-214 различного назначения. Эта картинка осуществляет, показывает наши результаты для системы «Открытое небо» Ту-214. И, кроме всего прочего, такие системы уже сильно выпускаются на предприятиях «Новосибирская электроника», а «Технодинамика» московские предприятия выпускаются, соответственно. И прошу прощения, дальше я, так сказать, голову, что называется, по Европе. Вот эта вот разработка системы непрерывного электропитания разработана в интересах Ростеха. Это непрерывное электропитание, система установлена на МиГ-31 для известной системы, о которой говорил наш президент. Система генерирования, стартер-генераторная система для вертолета К-62 в стадии НИРа. Стартер-генераторная система для вспомогательной силовой установки МС-21. Эта разработка ведется с предприятиями города Москвы и ступинским предприятием «Аэросила». И вот последняя наша работа связана с космосом. Эти работы проводятся в интересах информационных спутниковых систем. Компании Решетнева нам удалось предложить их новую концепцию создания электропреобразующей аппаратуры с применением новой схемотехники, так называемые многопортовые электрические схемы преобразования DC-DC, преобразователи DC-DC, позволяющие существенно повысить коэффициент полезного действия, доведя его во всех режимах до 97%, и снизить массогабаритный показатель, доведя его до 450 грамм на киловатт. Спасибо. Вопросы могут быть у вас ко всем Ростеху или вам Росмотей. Мне вот, так сказать, интересно, вы сказали, что уже разработка, в принципе, так сказать, велась в интересах как раз Антея, да? Вот. А развитие, просто я, честно говоря, тоже, на том есть какая-то, вот, знаете, память, я вспоминаю, что что-то у нас такое было, да? Вот. Если, так сказать, не напомните у нас, как это было вообще? Вообще это было с Антеем, мы работали 10-12 год, разработка системы электропитания в общепромышленной сети для питания С-300, ну, не нашего, не российского потребителя, а поставка за рубеж. Значит, вот эти преобразователи мы разработали, и поставщиком должен, по крайней мере, быть для вас Росатом. Вот, а в части, соответственно, систем хранения, то есть аккумулирования, да, электроэнергии на базе этих литий-ионных аккумуляторов, а, так сказать, у вас какая-то конкуренция на уровне России в этом плане есть? Потому что, мне кажется, такие проекты я тоже уже видел вот раньше, не у вас, мне кажется. Ну, вы, наверное, их видели, но видели представленные предприятия, где, собственно говоря, производятся разработанные нами системы. То есть я выступаю здесь перед вами впервые, всегда эти системы рекламируют предприятия, которые в частности, их производят. Ну вот, если говорить о них, то это прежде всего «Альтаптехно», которая довольно давно присутствует на этом рынке. Это московское предприятие, обладающее дочерними предприятиями, в том числе и в Новосибирске, вот с их помощью. Ну, наверное, лет 10 назад мы впервые сделали гибридную установку. Это литий-ион плюс молекулярные конденсаторы, 100 кВт, тот и другой. А, так сказать, способ при этом взаимодействия между вами, то есть вы им каким-то образом, они вам платят? Агентские вознаграждения, то есть это будет совместное предприятие. Есть какая-то у вас типовая схема, по которой будет взаимодействовать с вашими партнерами? Ну, в основном мы работаем по хозяйственным договорам, то есть мы полностью выполняем работы под ТЗ, сформированные нами совместно, мы передаем полностью конструкторскую документацию, по крайней мере, мы доводим, чаще всего доводим до опытных образцов, хотя весьма возможно мы и на макетных образцах останавливаемся, передаем им конструкторскую документацию, передаем алгоритмическое и программное обеспечение в соответствии с договоренностью по уровню описания. Вот. И заключаем соглашение по поводу получения определенных доходов. Ну, надо учесть, что мы представляем технический университет, то есть государственные предприятия, учебный вуз. Нам в этом отношении получать определенные деньги достаточно сложно. У нас нет частных предприятий, отдельных фирм, которые бы совершали продолжение производства наших разработок. Пока нет, по крайней мере. Хотя мы существуем на рынке довольно давно. Хорошо, спасибо большое. Это очень интересно. Тогда, ну, по возможности я это постараюсь донести вашу информацию на наше профильное подразделение, может быть, какое-то, так сказать, подразделение. Я вот с удовольствием сейчас предоставлю чуть позже информацию о нашем институте, так что прошу вас передать своим коллегам. Спасибо большое. Спасибо.
Виктор Павлович Крайков, заместитель директора по научной работе Института автоматики биометрии и экспертизы РАД, приготовится Ивану Андреевичу Кузову, экс-инженерик. Так, ну я представляю Институт автоматики и электрометрии. Сразу предвижу вопрос, электрометрией мы уже лет 50 не занимаемся, поэтому это только бренд. А занимаемся мы многими другими интересными вещами, о которых я вам расскажу. Институт входит в список из 8 институтов Сибирского отделения, работающих с Министерством обороны. У нас есть все необходимые лицензии, ну и мы, в общем, активно работаем в этой области. В качестве первого проекта я вот расскажу проект, который мы сделали, то есть универсальный комплекс управления беспилотными летательными аппаратами. То есть здесь специфика в том, что мы не отдельным каким-то беспилотником занимаемся, а групповым поведением. Как они между собой взаимодействуют, кто из них лидер, подбили лидера, передал следующему, ну и так далее. То есть здесь целый комплекс проблем решается этими системами. Значит, и что еще важно, это управление беспилотниками, которые создаются в процессе обкатки, ну или разработки новой авиатехники. Вот такие беспилотные самолеты, управляемые с Земли, позволяют, так скажем, обезопасить пилотов на стадиях ранних испытаний, то есть и сэкономить много денег. Также мы занимаемся и беспилотниками наземными, опять же, то есть в стадии группового поведения, то есть как они между собой взаимодействуют и решают задачи. То есть вот эти вот все интересные вещи у нас в институте развиваются. Еще один комплекс для Роскосмоса, который был сделан, это, значит, тренажерно-обучающие комплексы, вот здесь вот на фотографии он показан, для подготовки космонавтов на тренажере до Союз ТМА. То есть у нас в институте создается программное обеспечение, которое генерирует виртуальную реальность, которая, собственно, обучается будущие космонавты. Еще одно программное направление софтверное нашего института – это обработка космических снимков. То есть, ну, здесь применения могут быть не только военные, но и абсолютно гражданские. Там, например, обработка там, фотографий лесов, где-то вырубки незаконные, там, болезни и так далее. То есть выявление там, незаконных построек. Вот это все в автоматическом режиме позволяет наше программное обеспечение делать. Еще одно применение здесь уже для предприятий в интересах Ростеха. То есть если у вас есть какие-то системы наблюдения и требуется, значит, обнаружить на картинке, то есть постоянно такой вот, ну, ветер, там деревья шатаются, надо обнаружить, ну, какой-то новый объект, который возникает вдалеке, приближается. То есть вот, ну, система охраны, грубо говоря. Наше программное обеспечение позволяет системы ИК-наблюдения вот эти задачи решать. Совершенно другое направление – это лазерная микрообработка. То есть мы не занимаемся там сваркой, резкой, а только прецизионной лазерной обработкой, когда нужно сделать какие-то там микромеханику, там рисунок на оптических элементах и так далее. Вот у нас целая серия приборов лазерных разработок в этой области, вот здесь вы видите. В частности, у нас на предприятиях холдинга «Швабы» уже работает несколько таких систем. Следующее. Еще одна выполненная нами работа – это лазерная система 3D-синтеза для металлических порошков. Ну, многие из вас, наверное, видели эту фотографию, совсем даже не в нашего института. Ну, у этой разработки, как говорится, есть мама, наш институт, и есть папа, который теперь всем говорит, что мамы и не было, а он сам все разработал. Вот. Ну и в качестве последней разработки, вот наиболее, мне кажется, такая интересная, не только, скажем так, технологические, но и измерительные системы делаем. Это системы, значит, волоконных брегерских решетках. Сейчас их уже массово пытаются вставлять в различные сооружения, мосты, здания, самолеты. Вот сейчас с ИСС ведутся у нас уже обсуждения, как можно в спутниках применить. То есть вот эти системы на волокнах абсолютно, значит, электробезопасны и позволяют
выявить местное напряжение конструкции, температурный режим их померить. То есть вот весь этот комплекс работ самых разнообразных может быть выполнен в нашем институте, ну, в рамках НИОКР или уже продажи готовых разработок, если мы их ранее для кого-то сделали. У меня все. Спасибо большое. Или, пожалуйста, вопросы. Вы знаете, у меня вот последним двум выступающим есть предложение. Понимаете, у вас достаточно широкий спектр, да, вот вашей активности и деятельности. И в этой связи я уже вот на предыдущем панельной дискуссии выступал, мы сейчас формируем систему управления уникальными технологическими компетенциями. Вам нужно их, во-первых, выявить, во-вторых, описать, и в-третьих, идти на рынок уже с нужными формулировками, чтобы вас замечали. Не по продуктам, которые вы, так сказать... У вас есть методика описания? Есть, вот, есть. Да, вы пришли, есть. Коллега, нет, это, так сказать, не присылается. Там нельзя просто посмотреть и сделать. Нужно, чтобы был человек, который будет вытягивать, как показывает практика, мы из конструкторов вытягиваем их компетенции, чтобы они правильно сформулировали. Поэтому вот у вас этот путь, он наиболее предпочтительный для того, чтобы расширить вашу коммерческую составляющую вашей деятельности. Хорошо, я 10 секунд отвечу. На самом деле ваша идея была реализована в рамках Федерального агентства научных организаций, ПАНО известного, был совет по научному предпространению, он создал такую программу. Там программный продукт, его уже собирались увешивать, но ПАНО, как вы знаете, прикончили. Теперь Министерство образования и науки есть, которое еще проблему задвинуло в дальний угол. И если оно к ней вернется, то все вот эти вот проекты, которые, как сказал, они на самом деле были поданы, получили высокую оценку. И вся документация вот для вывешивания заявок, то есть она уже была готова. То есть там дело за малым оставалось. То есть даже экспертиза была проведена. Не все. Выясним, кто по этим занимался, думаю, там люди не потерялись, и мы... Заместитель Катюков, Медведев. Ну, Алексей, конечно. Да. Алексей Михайлович. Спасибо, Алексей Михайлович, что это приговорил. Спасибо большое. Так, Леонид, еще вопрос от Росантея. Хотел просто, опять же, порекомендовать сделать то же самое, порекомендовать, поскольку такие уже вот, ваши тематики действительно, во-первых, широкие, во-вторых, требуют, ну, наверное, просто специальных знаний, которых, например, я ими не обладаю. Поэтому просьба обращаться просто вот через систему, опять же, которую я до этого озвучил, да, заявками, да. Вот, и, ну, знаете, в НТИ вы обращались с беспилотниками, просто интересно, вот технологические инициативы, где специально там Автонет, Аэронет, вот очень близко по направлению. Мы работаем с местными предприятиями за авиастроение завязанными, ограничить голову, через них работаем. Санкт-Петербургские инициативы? Да. Спасибо. Здесь местными инструментами. Следующий Безруков Иван Андреевич, Эпос инженер, приготовится Юрию Павловичу Гуляеву, институт теоретических проектов. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю два проекта предприятия, из имеющихся для совместной реализации. Первый – это технологический комплекс аддитивного производства. Второй – это комплексное производство восстановителя для металлургии. Значит, ну, стандартная проблема сегодняшняя по аддитивным технологиям решается через набор опций, это приобретение принтера, работа с аддитивными порошками, технологии производства изделий, и, собственно, нами в одном комплексе объединяются все вот эти технологические производства в схеме, которые мы называем 3D-фаблан. Это аппаратурно законченный комплекс, включающий в себя оборудование по производству порошков, предназначен для аддитивных технологий, также оборудование по работе с порошками и здесь же одномоментно оборудование по 3D-печати с последующей регенерацией порошков. Значит, и это оборудование универсальное, оно позволяет отрабатывать технологию и сплавы, предназначенные вот для конкретной печати аддитивными порошками под конкретную задачу. Можно оперативно от металлургической части, значит,
получить фейштоки, из фейштоков произвести необходимое качество порошки, и затем с использованием этих порошков обеспечить изготовление изделий методом 3D-печати. Здесь приведена экономическая составляющая. Ориентировочно такой комплекс, по нашим оценкам, будет стоить около 200 миллионов рублей. Значит, здесь предлагается схема. Значит, наши оценки экономической составляющей указывают, что значит, окупаемость проекта от момента начала вложения может составить до 3,5 лет, но если значит, считать крупное вложение, то это от 1,5 до 2 лет максимум окупается такого рода комплекс. Второй проект я отменю сразу перейду, в связи с тем, что времени мало. Значит, это речь идет о производстве, безотходном производстве специального восстановителя, названного нами Карбосил-М. Это новый продукт, мы отработали технологию производства этого продукта, а также изготовили, да, о фабладе я упомянул еще в том, что это в железе уже реализованный комплекс, полностью комплексная режимная задача. Значит, возвращаясь обратно. Это карбосил, восстановитель, который предназначен для металлургических технологий, а также он может быть использован в химии как сорбент, значит, для экологических задач. Проблема решена до готового изделия, и это изделие опробовано в технологии, в частности, на ферросплавном производстве применение указанного продукта по нашей технологии на нашем оборудовании позволило из нерентабельного производства перевести в рентабельное с хорошими экологическими характеристиками. Это продукт с очень большой добавленной стоимостью и вполне конкурентоспособен с наилучшими восстановителями и катализаторами для металлургической промышленности, а также в области очистки воды и отдельных видов загрязнителей, включая газы. Здесь приведена технологическая установка опытная, второе поколение. Значит, хотел бы сказать, что наше предприятие включает в себя классную команду высококвалифицированных специалистов, более 60 в технологическом подразделении, которые имеют хорошие компетенции в области металлургии, имеют все необходимые документы, аттестованы по основным позициям, включая надопроизводство и наше участие в ТК-182 в составе нескольких человек и действительные предприятия, с которыми мы имеем честь работать вот, в части внедрения нашей технологии. Благодарю за внимание. А вот по первому проекту, да, комплексу 3D-печати, у вас какие-то, так сказать, производственные мощности для создания этих комплексов, такого, ну, так сказать, на промышленном желать присутствует? Я так понимаю, что, так сказать, у вас пока это не так опытного. Да, это опыт. У нас есть производственные мощности по выпуску, ну, достаточно крупного электротермического оборудования. Мы делали поставки больших видов установок, скажем, на Северсталь, для Магнитогорска, для Малыхского, Гоу, Метульского. Сейчас мы спроектировали большой цех для Красмаша, металлургический цех. Там в этом составе более 300 единиц электротермического оборудования. Собственные мощности позволяют нам выпускать вот весь комплекс указанного оборудования, но не большими сериями. Ну, вот вы заявили, да, то есть до 10. Да. 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 Понятно. А, так сказать, заинтересованность размещение соответствующих заказов на внешнем производстве у вас есть? Изготовление, да, конечно, есть. Мы охотно будем работать в кооперации. Ну, отлично. Тогда я думаю, что мы дальше после этого разговора. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Тоже, у нас тоже есть и мощности, и квалификация, определенное оборудование, которое тоже может стать ваше оборудование. Спасибо. Предложение направить. Спасибо, мы с удовольствием рассмотрим. Хорошо. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. Завершающее выступление. Игорь Павлович Гуляев, Институт теоретической тепловой механики имени Кристиана Кичина. Теперь свои тренера. Коллеги,
я представляю Институт технической тракторной механики, ну а более конкретно даже представляю отдельную лабораторию. Приложение нашей связано с применением электродуговой плазмы в различных технологических направлениях. Ну и приложение в основном, конечно, носит, как вы видите, научно-исследовательский характер, в какой-то степени готовый к внедрению в промышленность, нежели готовые бизнес-идеи. Но начнем с направления, которое может быть наиболее развито у нас в лаборатории. Это технологии плазменного напыления покрытий. Можно сказать, что на сегодняшний день в России наш институт и конкретно лаборатория является, ну, если не единственным, то одним из единственных производителей полностью отечественного плазменного оборудования для напыления покрытий. Ну, перечислять возможности этой технологии не буду, просто скажу, что возможно напылять практически любые материалы. Металлы, металлические сплавы, керамика, металлокерамика, композитные материалы, скажем, карбиды в металлической матрице и так далее. Технологии, точнее, назначение этих покрытий могут быть совершенно различны. Функциональные химические назначения, так защита от коррозии, теплозащита, износостойкие покрытия. Далее. Да, одним из перспективных направлений применения технологии плазменного напыления является изготовление цельных керамических изделий данным методом. То есть когда напыляется покрытие на модель и формируются изделия требуемой формы. В отличие от широко распространенной технологии горячего прессования, микроструктура этих материалов получается более мелкой дисперсной, что повышает физико-механические характеристики изделия. Также существует возможность получения изготовления слоистых изделий, послойное производство напыления керамики, металла, снова керамики и так далее. В частности, это готовые тигли для индукционных нагревателей. И одним из направлений мировой технологии плазменного напыления является применение в качестве исходных материалов для напыления не порошковых материалов, а жидких материалов в виде растворов суспензий, раствора прикусов, либо суспензий. Фактически получаемое покрытие удается радикально изменить микроструктуру покрытий и изменить их физико-механические свойства. Такие покрытия сейчас рассматриваются как основные кандидаты в передовых теплозащитных покрытиях в авиации, кандидаты для катализаторов, супергидрофобных покрытий и так далее. Эту технологию мы фактически первые в России освоили. На сегодняшний день Россия этим не занимается. Ну и комплекс плазменного напыления, это у нас наиболее отработанная часть, готовая к поставке под ключ, внедрению в технологические цепочки на предприятиях. Мы работаем, имеем поставки, имели поставки широкому кругу предприятий, в том числе оборонной промышленности, и «Алмаз-НТИ» здесь присутствует. Далее, говоря о перспективных современных технологиях, аддитивные технологии сегодня требуют производства порошков для аддитивных машин. Мы предлагаем, в отличие от крупномасштабных и высокопроизводительных индукционных плавильных печей, в основном, которые также, естественно, зарубежные, компактные, разработку компактных плазменных установок, которые по производительности в 5-10 раз ниже, имеют ниже производительность, чем индукционные, однако по энергозатратам, по потреблению газа, по проценту выхода годной продукции имеют преимущество. Мы имеем опыт распыления металлических материалов, получения порошков
фракции 20-40 микрон, металлических материалов сталь, нержавеющая сталь, молибден, вольфрам, керамика. Ну и здесь наши предложения в основном носят планы НИР и НИОКР. Ну и заключение, предложение по разработке технологии плазмотермической переработки бытовых, промышленных, медицинских и других отходов. На сегодняшний день большинство бытовых отходов утилизируется путем сжигания. Проблемы этих технологий мусоросжигательных заводов хорошо известны, выбросы отравляющих веществ и тому подобное. Значит, альтернативой, которая развивается за рубежом, очень активно развивается в странах Азии, Корее, Японии, является плазмотермическая переработка. Суть в том, что более высокие температуры позволяют организовать тепловой режим переработки отходов, исключающий просто термодинамическое образование вредных выбросов, в том числе фурана и диоксина. На выходе таких установок можно получать расплав шлака, который химически безвреден и может использоваться как строительный материал. Ну и в качестве иллюстрации опыта внедрения плазменных установок в области переработки промышленных отходов здесь небольшой набор иллюстраций. В основном эти все работы были выполнены зарубежными, опять повторюсь, корейские и японские заводы. В этих проектах, естественно, мы выполняем, берем на себя только плазменную часть и разрабатываем внедрение в большой комплекс, в полный комплекс производства. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Так сказать, опять же, такая уже специализированная, специальная тема, да, но вот если говорить о там, переработке отходов, то тут, конечно, я так понимаю, ну, достаточно тоже широкий, большой рынок у нас, об этом сейчас много говорят. То есть, ну, да, опять же, обращайтесь, в принципе, с предложениями, просто, мне кажется, интересный вопрос вообще для проработки, да, тем более у нас есть тоже свой, так сказать, ну, научно-технический, так сказать, штат сотрудников, да, которые, вполне возможно, могут просто, так сказать, ну, поучаствовать в этих разработках одновременно, чтобы... Я понимаю, что у вас, наверное, частично это все уже проработано, запатентовано, наверное, правильно понимаю? Да. Получено уже какие-то, так сказать, права на вот, ваши разработки. Соответственно, ну, я думаю, что интересно будет, по крайней мере, это вам же пообщаться даже тоже с нашими специалистами, да, и в том числе теми, которые занимаются именно продвижением гражданской продукции, может, какие-то вам идеи на отчет подадут. Спасибо большое, очень интересно. Коллеги, огромное спасибо. Мне кажется, очень интересно было сегодня вот это мероприятие, встреча. Надеюсь, что она и в следующих технопромах станет традиционной. Вот, мне кажется, очень интересное и очень содержательное выступление. Начнем с точки зрения традиционной точки зрения. Мы попросим, во-первых, согласие коллег на размещение презентации на сайте Минобразвития, значит, и коллеги из администрации тоже разместят, раз. И второе, вот сейчас есть хорошая возможность для того самого нетворкинга, обмена визитками, контактами и, значит, докладчиков, и вот с теми, кто у вас сидит в президиуме, и с аудиторией, если тоже кто-то из участников, значит, сегодняшнего обсуждения тоже хочет подойти и обняться с контактами, есть для этого хорошая возможность. Поэтому, коллеги, спасибо большое, будем продолжать работать. Всего хорошего.